Серед удільників семінара-практикуму – начальники відділу едукації, спорту і туризму Гомільського гарвиканхама і адміністрації району міста, керівники установ дошкільної едукації, а так само спеціалісти інших зацікавлених городських структур і організацій. Тема обміркування – використання тіньових навісів і стаціонарного обсталювання з металічних конструкцій в установах дошкільної едукації Гомеля. І головне – створення там безпечних умов знаходження для вихованців. Місцем проведення семінара-практикуму яслі-сад номер 40 обрано не випадково. Покуль ён адзіны, дзе могуць наглядна пахваліцца падобным вопытам. Сёлета тут адкрыецца дадатковая група, у якой будуць выхоўвацца больш за 20 дзяцей. З мэтай абсталявання для малышоў гульнявога ўчастка ў дашкольнай установе вырашылі выкарыстаць сучасныя тэхналогіі, якія будуць максімальна бяспечнымі для выхаванцаў. Это травмабезопасное резиновое покрытие, антивандальное исполнение, то есть поликарбонат, используемый, допустим, в этой конструкции толщиной 16 мм, прочный материал и долговечный. Все болтовые соединения находятся на такой высоте, вне досягаемости детей. То есть все направлено на то, чтобы, не дай бог, ребенок не причинил себе никакого ущерба, используя наше оборудование. Подобные теневые навесы и обсталявание из металличных конструкций призначены для гульни, отпочинку и проведения с детьми занятков. Яны здольны заховать от дажджу и снегопаду. При жадании их можно культурить лавочками, орелями, предметами для заховывания цацок и иншими атрибутами добраупорядкования. До того ж, такие конструкции вельми хутко сбираются, как правило, на протягу одного дня. И так само хутко разбираются, как переместить их у иншее место. Может разбираться, переноситься мобильно. То есть можно частично заменить какой-то элемент, если вот там изделие из поликарбоната частично там нарушило целостность по какой-то причине. То есть можно заменить ее безболезненно, не нарушая общего фона. Варто отзначить, такие конструкции не потребуют складания проектно-каштарисной документации, что так само робить проект больше танным. До прикладу, коли аналогичные стационарные капитальные будинки дошкольной установе обойдутся у районе 150 миллионов рублей, теневые навесы каштуют от 40. Не глядишь и на то, что эта сумма отрозниваются у разы, для многих она так само застается непосильной, а тому потребую пошуков додатковых ресурсов и инвестиций. Эта тема достаточно актуальна, потому что мы все больше и больше приближаемся к периоду уже начала нового учебного года, подготовки к осенне-зимнему периоду. И здесь очень важно использовать различные варианты, которые помогут правильное решение принять руководителю, ну и в последующем либо этот опыт использовать в своей работе, ну а возможно, побывав на этом мероприятии, они найдут те ресурсы и резервы, которые в последующем им тоже помогут, скажем так, решить проблему теневых навесов. До речи, уже зараз есть организации, готовые супрацовничать у просовывания даденного проекта. И это не дивно, бо безпечное и полновартостное дятинство подрастающего поколения – залог здоровы, а значит, счастливой будущей краины. Вероника Ворошилина, Ольга Вальченко, телерадиокомпания «Гомель».